Буквально на днях компания Apple презентовала новый iPad Air и следующее поколение Apple Watch, а также iPad 8 серии. Не прошло и двух дней с момента презентации, а ценник в России уже значительно подскочил на все продукты компании. Отметим, что в долларах цена осталась неизменной. Это связано с девальвацией рубля, то есть с изменением курса рубля по отношению к доллару США. Во-вторых, это может быть связано с желанием Apple как производителя получить максимальную прибыль с российского рынка, который, видимо, рассматривается Apple как один из рынков премиальных, один из рынков, где можно продавать свою продукцию по максимальным ценам. Важно отметить, что подорожание стало заметно еще в марте месяце. В некоторых российских сетях цены поднялись от 2 до 5%. Во многом такое повышение было обусловлено обвалом российского рубля, а также сложившейся политической ситуацией в мире. Продукция Apple вообще продается по ценам, значительно превышающим себестоимость. Компания имеет возможность снижать цены на тех рынках, где нужно простимулировать спрос, и наоборот держать цены максимально высокими на тех рынках, где спрос безусловно высокий и где можно не ожидать снижения продаж при высоких ценах. По всей видимости, повышение коснется и будущих айфонов, которые будут представлены в октябре. Предварительная цена айфонов 12 может быть на уровне 70 тысяч, а это при условии, что он станет прямым наследником iPhone 11. А вот серия Pro может уйти за отметку 90 тысяч и более. Полина Корнеченко, Диана Шилова, Ленардо Летьяров, Универньюз.